Всем привет, дорогие друзья, с вами Таски, и вот спустя 2 недели я снимаю вторую серийку по провинции после моего возвращения. На самом деле я не так уж и вернулся, на самом деле, потому что я играл там первые 2 недели очень даже активно. Я купил себе военный билет, вот можете посмотреть на М вроде бы, вот, военный билет получен, я купил за 250 рублей доната. Я купил себе хату на серию, я купил себе машинку, я купил себе вторую машину, это ВАЗ-2101, и купил еще там всякие другие вещи, там телефон и так далее. Прошел медкомиссии, прошел много чего ради того, чтобы попасть в ГИБДД, чтобы снимать вам интересный контент, чтобы снимать вам погони, но, к сожалению, не получится это снимать. Во-первых, потому что я немного разочарован в полицию этого сервера, ну, в принципе, вот просто вот... Не знаю, просто как-то, не знаю, я ожидал чего-то другого от всего... Я ожидал другого от всего вот этого, но ладно. Короче, сегодня я хочу поговорить про одну интереснейшую машину, просто идеальную пушку. Лучшая машина в мире это тест-драйв, короче, Шкоды Октавии. Стоит эта машина тут по ГОСУ, это лям 242, я ее покупал за лям 350, насколько я помню, либо за лям 310, и я могу сказать то, что я понял то, что это очень приличные бабки на самом деле, и на этом сервере за такие деньги можно купить прям очень многие вещи, очень многие всякие, не знаю, там дома, машины интересные, можно даже сейчас поехать посмотреть, сейчас мы посмотрим по карте, куда ехать, я даже поставил себе, кстати, к эту карту, сейчас мы это вот так вот нарушим, да, я поставил себе карту, где нарисованы все, где их называется, чтобы не нарушать, где светофор, светофоры, за которые дают штраф и так далее, а ну сейчас ночь, и... Пока мы едем туда, хотелось бы рассказать, в принципе, про эту машину, что же с ней, как это объяснить? Не то, что с ней не так, на самом деле все с ней так, потому что из-за своей бабки я так считаю, то, что машина очень даже классная. Почему? Потому что вот многие вот вместо того, чтобы купить там какую-нибудь Шкоду, они выбирают сразу покупать себе какую-нибудь BMW, Mercedes, там старый, есть и семерка BMW E38Z. За миллион, а покупать прям... У меня, кстати, вот такая вот фобия. Вот, сейчас. Ой, рано, что-то я разогнался. У меня такая вот фобия, то что... Я буду сейчас разговаривать, и меня будут все слышать. Вот у меня такая вот фобия. Короче, мы сейчас просто вот тестим максималку. Вот, просто посмотрите на эти гигантские цифры. Вот, просто. В смысле, а что она не едет? Алло, давай быстрее. У меня 20 FPS почему-то, ладно. А пока наша Шкода разгоняется, то есть 20 часов пройдет. Ну, я даже не знаю просто, что рассказать про эту тачку. Ну, просто машина как машина едет, она не слишком быстро. Она у меня на стейдже уже, на первом стейдже, короче. За 138 тысяч, насколько я помню. Валит она 248, насколько я помню. Да. И, короче, я могу сказать из своего опыта, хочу эту машину сравнить с реальностью, потому что я каждый день езжу, ну, практически каждый день езжу на такой же Октавии, только 15-го года, в кузове универсал, я еду постоянно то в магазин, то еду там за сестрой ее забирать из детского садика и так далее, это родительская тачка, поэтому я знаком с этой машиной не понаслышке, я знаю, как она себя ведет в реальности, как она едет, потому что... Я уже нажимал газ в пол, я могу сказать то, что это жесть на самом деле. Типа, вам вот кажется то, что, ну, 100 с чем-то сил у машины, ну это фигня. Чуваки, когда ты новичок, для тебя 100 сил, это как для какого-нибудь там Булкина на тачка на 1500 сил. Вот примерно такие же ощущения. Я вот смотрю на его видосы, на видосы Булкина. Он берет тачку на заднем приводе. 600 сил, тупо нажимает газ в пол, он такой, да, нормально, чё, а я беру просто Шкоду, нажимаю газ, все, у меня уже просто трусы мокрые, поэтому я не понимаю, как нужно привыкнуть ко всему этому. Так, вот мы уже в автосалоне, что же можно купить за эту же цену, за 1 300 000, либо же даже 1 500 000, там... 500, потому что это очень приближенные цены. Я зашел вообще-то в такой себе магазин, на самом деле не самый подходящий, но все же. Вот за
М700, ну, не самое лучшее. Ну, вообще, короче, за М700 можно уже взять аудюху, а третью. Она, по-моему, точно так же валит. И вот БХ-7. Вот БХ-7, она намного быстрее, чем Шкода. И по всем параметрам лучше. Но она уже старая, как говно. Я хоть и БМВист, но чуваки. Ну, серьезно. Ну, типа, покупать такие старые машины на... в игре, ну, зачем? Хотя, на самом деле, вот в этом весь прикол, то, что... Ну, я бы сейчас сказал про то, что, типа, ну, как паркуются БМВисты. Да. Угу. Я даже не буду отыгрывать РП там что-то из-за этого. Да, что? Чё? В смысле? А? Чё? Того. Я не понял, что сейчас произошло, но... Допустим. Знаете, в чем прикол? Вот даже если я... Вот я сейчас делаю тест... Я сейчас делаю тест-драйв этой машины. Ну, в принципе, как мини-обзор получается, потому что я уже владею ей давно. Я бы сказал на самом деле, что тачка-то хорошая. Но она хорошая, если ты просто хочешь вот попробовать, не знаю, там... Ты уже устал от всех вот этих вот... Вот ты заходишь на какой-нибудь сервак. РПшный, не РПшный, вообще не важно. У тебя там постоянно... М5, Е63, Е55, РС4, РС6, Ford ST, РС, всякие вот такие вот спецверсии. А если ты устал от всего этого и реально хочешь покататься на чем-то, на чем-то реальном, на чем катаются реальные люди, потому что не все люди, знаете, на улице катаются на РСках и на МКах. Я бы хотел, конечно, такую жизнь, но все же. Если вы хотите реально прочувствовать прям РП трушный, реально покупайте эту машину. Потому что покупать, знаете, старую Е38 за лям и не кататься... А, хотя вообще, кстати, вот тут есть своя логика. То, что ты покупаешь ее за лям, и ты не катаешься по сервисам. Вот тут вот есть своя логика. Вот сейчас я понимаю, почему это долбанная BMW. Старинная, как говно мамонта. Стоит лям. Но при этом Шкода стоит лям 300. Ладно, тут немного проблемы с ценами на этом сервере, но все же. Блин, как же кайфово, конечно. Гонять на сервере, когда светофоры выключены, потому что, ну, по-другому это нереально. Ну и, конечно же, я бы хотел вам продемонстрировать все-таки, зачем нужен передний привод. Потому что вот многие думают, что, ну, Октаха — это говнище. Почему говнище? Потому что это передний привод. Но, есть одна маленькая деталь, на ней можно наваливать. И просто, просто как идеальный болид... как идеальный болид вот такой вот устраивать. Упс. Я, кстати, знаю за то, что ютуберов банят за то, что они такие вот едут на серийках. Класс. Ну если меня забанят, то не шибко-то и буду плакать на самом деле, потому что, ну, не знаю, я и так собирался уходить более-менее. Поэтому давайте-ка будем беспредельничать на этой Шкоде, и я вам докажу то, что Шкода все-таки это... Шкода делает вещи. И Шкода реально хорошая тачка на провинции, ее стоит брать, но... Но если только вы любитель. Вот это вот главный посыл этой серийки, то что хорошая машина, если вы любитель ее. Если нет, то покупайте себе там заднеприводные и так далее. Смотри, Вася, как мы будем сейчас наваливать, смотри. Да. Это... Ничего сейчас не... На самом деле, просто понимаете, ну, типа, товарищи админа. Я просто случайно нажал, знаете, у меня Паркинсон, на самом деле, я нажимаю вот так вот быстро W и... То есть, W, A и D. Поэтому мне, вот случайно вот так вот произошло то, что вот я еду, и вот так вот... А что, в смысле? Вот у меня Паркинсон, это Паркинсон, смотрите. Как? Это не я, это не я управляю, вот у меня одна рука, у меня второй нету. Ну, короче, блин, ну, вот наваливать реально очень, очень хорошая тачка, потому что, когда у тебя задний привод,
Если у тебя занос на заднем приводе, на большой скорости, молись, просто молись. Вот молись, все. Дальше тебе, ну, вы сами понимаете, когда начинает тебя заносить, и просто улетаешь там в дома, в администрацию, в полицию, там, в кого-то еще ху... Да, ну вы понимаете, чуть сейчас тоже не отправился в гробик. Не, на самом деле, главная проблема в том, что я просто не знаю, с чем сравнивать. Я толком не катался ни на чем на этом сервере, поэтому я не могу ни с чем прям сидеть, там, сравнивать, там, вот это вот можно лучше, это хуже. Я просто говорю, может даже это плюс, кстати, просто то, что я говорю то... То есть мое мнение базируется на то, как машина едет в реальности, она едет прям очень сильно похоже. Как она ведет себя, так как другие машины ведут себя на том же самом CCD Planet и на другие сервера, да, и просто вот я сравниваю то, как мне нравится эта машина или нет. Я ее не сравниваю с другими, я ее не сравниваю там именно по управляемости и так далее. Я ее не сравниваю, потому что у меня нету опыта, у меня нету... Не с чем ее сравнивать, поэтому она мне нравится реально. Она реально очень хорошая. Я на самом деле катался на заднеприводной BMW на провинции. Я бы сказал то, что Шкода все-таки приятнее реально. Я катаюсь на этой машине в реальности, и, типа, ну она не настолько, конечно, валит. Это вообще не настолько. Но... Все же она очень приятно, очень приятно едет. И забыл сказать один очень важный плюс этой машины. То, что она вообще не жрет, пацаны. Она вообще тупо не жрет. Ты просто можешь проехать там 50 раз эту карту. Она покушает максимум там литр. Ну, вот сейчас вот сколько мы проехали, по-моему. Вот всю карту мы проехали. Где-то литров 10 она поела. Да, конечно. Взяла там супчик, там налила себе мизинчик. Такой. Вкуснятина. Короче, литров 10 она схавала. И типа это реально мало. Это мало, потому что я слышу у всех чуваков то, что у них там старые BMW или там всякие E92 на стейджах. Уехал, брат. Нормально. Короче, у них там BMW эти жрут ведрами. А Шкода реально очень экономичная тачка, поэтому это один из главных плюсов. Тут крах. Блин, что же можно не творить? Вы видите, что она может? Просто она могёт, просто могёт. Вот сейчас мы поставим ограничитель, пока будем ее ремонтировать. И покажу вам стоимость просто стандартного ремонта, когда просто мы разбили там фару, бампер, капот. И вы сможете узнать, стоит ли вообще покупать эту машину. Я уже 10-й раз повторяюсь, то что да, стоит. Если вы хотите почувствовать РП... То есть кататься на нормальных там кредитотошнотах, но все же кататься на чем-то более реальном. Если вы хотите экономить, и если вам просто нужна как такая более-менее управляемость, потому что, ну, типа, задний привод как задний привод, но передний привод прикольный такой, можно там... Вот, например, ты сможешь на своем сраном, драном BMW, вот ты сможешь просто взять, подъехать... Сейчас. Нажать на ручник и газ в пол. Вот ты сможешь так на своем BMW. Ты вот сможешь почувствовать эту силу DSG. DSG, которая молит о пощаде. Вот, кстати, знаете, в чем прикол? Вот, я знаю, что всем насрать, на самом деле, можете скипать там, нажать на тап-тап до секунд 30, а кому интересно, короче, я сегодня поехал первый раз в школу. Сам, ну то есть у меня уже есть права, поэтому я учусь в 12 классе, я такой взрослый уже мальчик, мне уже 18,5, поэтому мне меня можно, потому что у меня есть права уже больше, чем 3 месяца. И я поехал сегодня первый раз на Шкодке в школу. Это такая жесть, просто вы не представляете. Это ужас, я не знаю, я не хочу больше никогда в жизни ехать в школу. На машине, просто никогда в жизни, просто, мне вот скажут родители, ну ладно, может быть на камере я и поеду, да. Но, типа, если мне скажут еще раз, на, вот возьми, поедь, дайте мне автобус, пожалуйста, я не хочу. Во-первых, у тебя стресс постоянно, потому что ты думаешь, вот сидишь ты на уроке, знаешь, там, на математике, там, просто сидишь себе, чилишь, я сейчас видим, вот ремонт сколько стоит, 2600, нормально. Да, полный ремонт получается штук 20 будет стоить, нормально. Короче, вот ты сидишь, например, там на своем уроке, там на алгебре, там и так далее. Сидишь и думаешь, а
А не будет какого-то урода конченого, который просто возьмет и поцарапает машину? Вот ты сидишь и думаешь, а не поцарапает ли он эту машину? И это тупо, это плохо. А потом, во-первых, тебе нужно, кстати, вот не то что «а потом», а во-первых, тебе нужно в принципе найти место. Вот если у тебя нету места, лучше бы ты поехал, чувак, на автобусе, потому что сидеть, искать место, потом ты через час найдешь свое долбанное место, куда поставить машину, а потом ты ее поставишь, опоздаешь на урок. Короче, это такие заморочки. Типа, не знаю, я бы не советовал никому ехать на машине в школу, потому что, ну, только если вы живете далеко, и то не факт. А мы едем 130, смотри, смотри, сейчас на красный. Нет, я пишу. Смотри, сейчас будем наваливать, смотри, смотри. Уф. Какой же криворукий просто. Сейчас мы едем, короче, к хате. Короче, что я хотел бы еще сказать. Тебе нормально вообще, да? Ну, мне вообще насрать, я знаю, что то, что многие чуваки там говорят, что гони бабки там, дай на ремонт и так далее. Нормально, пусть работает себе чувак. Я пойду отремонтирую себе тачку и просто поедем домой. Вот у нас тут, что это у нас тут? Это Цешечка, уф, красавица. Ну, короче, уже сказал 50 раз в этой серийке, стоит ли покупать эту машину или нет. Поэтому, кто перемотал, то есть тот какаха. Можете посмотреть видос нормально с самого начала. Там вы уже узнаете ответ на этот вопрос. А я скажу еще один раз. Да, стоит эту машину брать. Она прикольная, она классно управляется, экономичная, РПшная, четкая. Сколько еще там оправданий? Опа, в смысле, это кто? Что ты тут делаешь, эй? Эй, Джамильчан, что ты тут делаешь на моем капоте? А, хорошо, хорошо, дед. Все нормально, все нормально. Не, спасибо, у меня Шкода. Ваги делают вещи, ты понимаешь? Удачи, братан. Чтобы колени болели. Не, братан, спасибо, у меня там своя копейка, уф. Вот за это можно любить провинцию. Я не тут живу? Ну ладно. Короче, пацаны, ставьте лайк. Спасибо вам за просмотр. Я вообще, в принципе, мне уже 90% моего канала мне не нравится, уже все эти видосы. Только некоторые видосы мне нравятся, потому что остальные такие себе, мне кажется. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите нормальные серии когда-нибудь, через лет 100, либо 5, либо не знаю когда, потому что когда-то я все-таки должен... Когда-то я все-таки куплю себе новый комп и буду снимать нормальные игры. И когда-нибудь я куплю себе GoPro-шку и пойду снимать контент на Шкоде, там на всякие автовстречи. Буду ложить DSG, ладно, DSG мне жалко, не буду ее класть. Короче, да... Увидимся в следующей серийке. Можете написать мне, какую тачку взять на тест-драйв. Кто вообще, в принципе, играет на третьем серваке, то можете вообще просто свободно написать мне и сказать: «Таски, у меня есть тачка. Есть у меня какая-нибудь бэха», потому что я... Можете зайти на мой канал, понять то, что у меня 90% превьюшек — это BMW. Ну, почти. Поэтому, на вот тебе эту бэху, покатайся. Вот тогда я буду согласен и вообще просто по кайфу соглашусь. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.